Ну вот, всем доброе утро, а может день, а может вечер. Вот и 1 марта. Снег валит, все засыпало. Как всегда, собаки. Так, собака! Собака! Беста, что ты там опять лопаешь? Иди сюда! Бес! Когда она наестся этими палками? Молодец! Что ты все жрешь палки? Иди давай. Вот что это такое? Что ты жрешь? Ты все палки жрешь? А че рычишь-то? А чё рычишь-то? Ну твоя палка, твоя. И чё рычать? Давай вперед. Пошли. Рычит еще такую заразу. Хоть и первый день весны непутевый. А посмотреть, как сохранились растёхи, очень хочется. Что тут у нас в парниках? Ёпарный бывай. Между парниками все засыпано. Ладно. Так, без собак никуда. Так, ну как ходить? Ну, заходи. Заходи, посмотрим. Иди сюда. Заходи. Первая будешь. О-о. Ух ты! А здесь теплее, чем на улице. Да, Беска? Вот, под листиками живут виноградики, розочки. Бардак тут жуткий. Да. Ну чё, посмотрим, как розы там у нас поживают. Розы у меня вот тут, в горшочках. О, вижу. Да обалдеть. Да ладно тебе. Зеленый череночек. Так. Так, что дальше? Немножко примерзше. О! Ну, как бы тоже живенький. Ну ничего, ничего. Ну зелененький, зелененький. Это хорошо. А без этих помощников ты никуда. Что ты визжишь? Что тебе надо? Что ты хочешь? Ничего тебе не дам. Давай посмотрим, как виноградики перезимовали. Да? Я без помощников обойдусь. А вот и виноградик. Трогаем. Ну, холодненький, значит, жив-жив. А земля, честно говоря, даже не промерзшая и сухая. Вот это да. Все, пока нам не нужно. Нехай будет. Ну, все посмотрели, все проверили. Сколько там градусов на нас? Посмотрим. Градусов у нас... О! Градусов у нас плюс 3 в парнике. Ого! Ну чего, хорошо перезимовали. Все у них хорошо пока. Да. Ты чего там делал? Ты хулиганишь?
Нет? Ты хулиганишь, по-моему. А куда поскакал-то? Эй! Точно хулиганит. Басяндра? Басяндра? Шерстюхи все укрыло. Ох, снег, снег, снег. Белая метелица. Вот это весна. Вот это я понимаю. Рун, ты куда забрался-то? Эй, царь горы. Так, только не драться. Ну чё, пошли домой яблоки лопать. Пойдем. Эй, Беска. Беска-бутылочница. А, Беска-бутылочница. Беса. Пойдем. Как всегда, поедание яблок. Со слюнями. Соплями. Это две мясорубки. Мясорубки. Ну, хоть бы жевали иногда. А? Хум-хум-хум-хум. Даже хрюшки жуют. Яблоки закончились. Да, закончились яблоки. Беста, тебе было вкусно? Скажи, вкусно? Ну, а вав? Бес, Беска? Беска, Беска, ну скажи. Ну скажи, вкусно? Вкусно, ну молодец. Молодец. И тебе было вкусно? Молодцы. Блин, что творится на улице? Да. Погодка, конечно, супер. Все валит и валит. Бог засыпет нас по самые уши. Собаки? Кто хочет вкусняшку? Кто хочет вкусняшку? Кто хочет вкусняшку? Прыг на диван. Давай, 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 прыг на диван. Первый пошел, второй пошел. Беста? Беста? Ты вкусняху хочешь? Скажи да. Что такое? Очень сильно хочется вкусняху. Тебе вкусняха? И тебе вкусняха. Все. Вкусняхи, они маленькие. Да. Все, мои хорошие. Погуляли. Перекусили. Теперь отдыхаем. Да? Да. Дима хороший. Ну вот. Посмотрим, что у нас тут на окне возрастает. Это пробничек один. Виноград. Очень хорошо. Все у него очень хорошо. Так. Это укоренились. Гортензия. Осенью черенки нарезала. Вот они у меня пошли. Вот еще. Все хорошо.
Вот еще одна гортензия. Ее, по-моему, замечательно. Все просыпается. Так. Еще одна. Ты мои малипулечки. Жив-жив.